утро на фестивале Видалайф 30 июля. Продолжается с обходом, с мантрами пробуждения местных жителей палаточного города, которые еще спят, и кто еще не посетил Мангаларати. Такие традиции вводятся на фестивале Видалайф, который посвящен ведической культуре вайшнавов. Для тех, кто не знаком, фестиваль предназначен для популяризации вайшнавской культуры. И через такие фестивали есть возможность популяризовать среди обычных людей культуру вайшнава. Сейчас идет следствие в алтарную, где будет продолжаться песнопение и лекция, утренняя лекция. Окей, доброе утро. Это сейчас будет тут не лекция. Это Матаджи делает гирлянды. Гирлянды для Махараджи. Ну, поздравляю. В основном для Махараджи. Матаджи с Бенго, Прабхуджи справа. They say, I have a broken neck. So our revered Swami.